Виталий, еще один матч на сборах завершен. Что скажешь по его итогам? Ну, в первую очередь, это хорошая тренировка. Стараемся перенести те действия, которые отрабатывают на тренировку, уже в более игровую такую сферу. Вот. Ну, плюс еще проявили сегодня хорошие бойцовские качества во втором тайме и в первом тоже. Как бы. Плюс еще нельзя снимать со счетов качество поля, потому что немножко отличается от того, на котором мы тренируемся. Так, в целом, думаю, хорошая тренировка была. Фарфан опять забил. Он человек или машина? В первую очередь человек. Ты уже чувствуешь, что пик формы где-то рядом? Ну, не хотелось бы, чтобы он был прям рядом. Хотелось бы, чтобы он чуть-чуть был ближе к первой игре в Лиге Европы. Все сегодня завелись немного на поле. Что там произошло? Ну, такое бывает, эмоции. Это все-таки сборы. Вот. Это нормальное явление. Ты уже думаешь сам для себя о Ницце или главное успешно сборы завершить? Ну, в первую очередь надо, ну, о Ницце еще есть время подумать. Здесь главное тренировки себя подготовить. Не только там, к этой игре, но на предстоящий сезон, который будет сейчас чемпионата. Вот. Пока Ницце, как сказать, ну, у нас там есть теоретические занятия, посвященные этой команде. Так, в принципе, все пока на лайте. Нет такого. Вот, Ницце.